перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Можно было бы... А есть такие штуки, которые вставляешь, и они сразу меняют твой голос? Ну, то есть ты вот вживую ходишь, и они... Ты говоришь, и они изменяют твой голос. Культ-культ. Как тебя добавить? Культ-культ. Я ни разу не добавлял. Что? Прикинь, эфир гостем. О! Что добавить? Эфир. Я добавляю культ-культ-культ. Сюда, мать. Здорово. Здорово. Опа. Опа. Hello. Hello, ну, bro. Ну чё ты, ел? На работу собираюсь. А ты чё? Мы едем. Чё, как съёмки? Думаешь, удачно сегодня всё будет? Надеюсь. Я тоже надеюсь. Ничего не забыли? Ничего не забыли. Сон забыли. Ничего не забыли. Роману, привет. Привет. Я тут на вертолете сейчас полечу. Доверенный человек. Сам знаешь кого. Да. Окей, куда едете? Туда в лес опять? Опять в лес. Опять в лес. Едем. В лес. Едем в лес. Едем в лес. Я тебя ударю, тебе будет очень больно. Нет. Жестко. Так вот. Охуеть. Очень крутая масса. Картошка жесткая. Картошка. Я не картошка, Саня, вы картошка. Продюсер Байми. А, мне сегодня этот. Я, короче, скинул. Этот какого? Фьюди Гэнг. Глебу. Тьфу, блядь. Герману. Он сказал, что сегодня вечером все будет готово. Хорошо. Конечно, будет все готово. 100%. Думаешь? Герман не может обманывать. Если сказал, сделал, значит сделал. Значит, заебил вас. Умеешь собирать? Так, короче, старый, я буду заниматься грязными делами, вот такими. Уродство. Так что... Так что на связи. Давай, отключайся, на. Да, надо бы отключиться, мне кажется, уже пора. Отключайся. Давай. Пацаны. Ну давайте пока. Здорово, парни. Блять, ебаное говно. Ну чё там, блять? Какие новости? Охуительно, братан. Ugh.
Усачёву 10, братан. Манта. Братан, чё, 2012 год возвращать хочешь? Purple Drunk, братан, ёпта, надо пить, нахуй. Какой манта в пизду? Долбоёбы, что ли, нахуй? Чё вы лепите, блядь? В группу заходи, смотри, там всё есть. Жёсткая дыха. Так, короче, хотел бы передать, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте, хотел бы передать, блядь. Привет, блядь, Антону в черной маске из Vril Squad, Джуси. Хорошего дня, не испорти Суприм. Кровь всю не вылей. Не выпей, точнее. Старый, скрины покидай. Я жду, 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 жду скрины. Жду скрины, жду скрины, жду скрины. Фуксия, ты узнала у девочки из Нью-Йорка про маски, которые я тебе скинул? Можешь написать ей, просто спросить, доставка будет стоить столько же, сколько в Россию, или как? Или как? Или как? Или как? Или как? Пеликан. Да я просто не понял. Мне, короче, проще. Ты узнай у нее, да это я понял, что можно через нее. Ты узнай, по деньгам будет ли дешевле, либо будет столько же стоить. Просто с eBay я не знаю, как доставка, блядь, стоит по Америке, столько же, сколько в Россию, или не столько же, или дешевле. Если, блядь, нет, мне как бы похуй, я сейчас закажу себе просто их и все, чтобы не ждать долго. А то эти маски идут месяц, блядь. Там 21 дней. 21 день. Ты точно спросил, что у нее дешевле? 100%. Здорово, Квиткин. Братан, ну, блядь, нету, ёпта, ну, блядь, ну, он есть, как бы, но он, блядь, мёртвый, нахуй. Я не знаю, короче, чё вообще. Короче, я не понимаю, что нужно делать, понял? Такая тема. Вот, и не понимаю, как это делать. То есть, нету понимания того, что нужно делать. А когда его нету, блядь, следовательно, и нет ничего. Можно сказать и так, ты прав, в принципе, да. Вот. Я ж, братан, командный игрок, ёпта, я один не могу работать, нахуй. И всегда так было, блядь. Все, что я когда-то делал, блядь, даже хуёвое, блядь, все это, блядь, было, нахуй. С кем-то. Хуёвое, пиздатое, блядь. На то время пиздатое, я имею в виду. Хотя так я не считаю даже. Ну, так, средненько. Можно было и лучше. Но, короче, все это делалось с кем-то, блядь. Один я не мог, короче. Надо кем-то вдохновляться постоянно, чтобы кто-то меня, блядь, вдохновлял. Короче, кто-то пишет куплет, я дописываюсь, блядь. И все. Вот так вот, короче, все происходило, блядь. Сам что-то там с нуля думать, блядь. Как-то что-то, блядь. И, может, я сидел, блядь, год нахуй думал, блядь. Сидел 2 года думал, блядь. 3 года сидел, думал. Ничего не менялось от того, что я сидел, думал. Ничего на бумаге, блядь, и на бите не появлялось от того, что я думал. А это хуево. Ну, можно сказать, да, что сдох. Сдох. Сдох, умер. Парни, всем советую почитать книгу «Час волка». Охуенная книжка. Пиздатая. Очень пиздатая. Хорошее произведение, блядь. Когда эфир с гуфом, братан, фит с гуфом нахуй не нужен. Вот в эфирчик я бы с ним зашел, сказал бы, старина, рагу, пора дописывать. Ладно, хуй неси, какой гуф в пизду. Гук, ёпта, с гуком, если только. Кто, бля, автора забыл, пацаны. Сейчас всех чекну, короче, вам. Автор, блядь. Ну, она одна такая книжка, как бы, так что можете. В принципе, вы... Ну, короче, книжка такая для тех, кто
не любит, блядь, задумываться над произведением, а просто читать и получать удовольствие. Про оборотня, короче, пацаны. Типа он тайный агент там, блядь, британской разведки, блядь, сам русский, короче. Там, нацистов месит, блядь. Там, потом к концу книги он попадает, блядь, в концентрационный лагерь. Вот, короче, пиздатая книжка, мне очень нравится. Секунду, ёпта. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, работает. Всегда работает. Да-да, подъезжайте. А какому времени вы будете примерно? Отлично. Конечно, я вас жду тогда. А каких именно? Что вас интересует? Да, очень много. Много-много. Есть худи, да, Найланд много, SP Company тоже худи есть. Все в наличии. Приезжайте, жду. До свидания. До свидания. Парни, у меня два бизнеса, блядь. Мне вообще похуй на этот хип-хоп, ёпта. Не, на самом деле не похуй. Я бы хотел, короче, вернуть, блядь, старое доброе время. Ну, точнее, не его вернуть, блядь, а... Ну, короче, хотел бы, блядь, что-нибудь сделать достойное, блядь. Потому что ничего достойного пока не было, короче, на моем пути. Хуёвом, таком обоссанном пути в моче, нахуй. Немножко в кале, в харче, блядь, в насвае, нахуй. Но только это говно и было, в принципе. А ничего достойного того, там, чтобы я мог поставить трек, сказать, вот это я сделал, нахуй, это пиздец охуенно, мне это нравится, блядь. И, короче, нет такого произведения... произведение, за которое бы мне не было бы, блядь, стыдно, я бы сказал, вот это заебись. Спокойно вот так вывалил хуй, достал его и сказал, вот это нормальная эта базука, блядь. Нормальный ствол, блядь. Стреляет, пушечка эта. Не было такого. И на горизонте даже не видно, если честно. Ну, братан, то, что там... Ну, там... То, что с филиалами, это не я делал. Это пиздато, но это сделал не я. Это писал Антон текст, Антон выставлял флоу. Вот эти, блядь, 12 секунд, нахуй, делались, блядь, 3 недели. Ну, мной. То есть он это написал, блядь, за минут 20, этот текст, блядь. И я, короче, его, блядь, 2 недели, там, почти 3 не мог его, блядь, зачитать правильно, блядь. Ну, короче, вот это не я сделал. Это сделал Антоша, ёпта. Вот и все. Вот и все. Кофты, братан, вот сейчас фотографировать будем. Я вон их привез. Вот они тут в пакетике, блядь. Ждем Лешу и Назаршопа, который говорил всем здорово, че здорово, пизды хочешь. Вот ждем старичка и будем фотографировать. А треки «Внешняя биржа», «Foreign Exchange», о клипе «Скамернази», «Subjects». Вот. Об этом треке. Нет, братан, не обедал, вот через часика полтора пойду. Но, в принципе, вот сейчас будет работа, блядь, одна. На нее сейчас снимаем клип, блядь. Но также этот трек делался не мной. Ну, как бы текст написал я. Только он был, блядь, длиннее в 2 раза, блядь. Антоха его почикал, порезал, блядь. Ну вот. Он его порезал, блядь. Уменьшил, оставил нормальные строчки. Ну, на свой взгляд. Ну, в принципе, я с ним согласен, это нормальные строчки. Вот, ну и, блядь, пишем, короче, мы его до сих пор. Сейчас, секунду. Слушаю, здравствуйте. Ага. А вы... Ну, смотрите, не знаю. Если пробок нет, то на такси, а так, в принципе, на метро можно. Фрунзенское метро, либо спортивное. Проще, конечно, от Фрунзенской пройти. Вот. Ну да, можно так, можно так. Идти 7 минут, наверное, не больше. 7 минут идти, да, где-то так. До свидания, давайте, до свидания. Маструм 8700 это стоит. Есть также свитшоты Маструм, представлены у нас в шоуруме.
худи, одно вот худи осталось, XL. И три свитшота трех разных цветов. С карманами есть на животе, есть без карманов. Короче, трек, который сейчас будет выходить, клип, который Фуксия нам снимает под названием «Пигз свиньи». Ну вот, что хотел сказать еще, блядь. Записал я его, блядь, летом, нахуй. В июле месяце, блядь, или в июне даже. В июне месяце, может быть. Худи си, братан, только с зипом есть. Вот они висят, без зипа. Хотя сейчас, подожди, я, блядь, что-то туплю, наверное, блядь. Да не, с зипом, братан. Худаки все с зипом, короче, у нас, да. Вот они, разных цветов. Серый, синий, блядь, какой хочешь, короче. Все вот, желтый, блядь. Короче, трек записан был в июне. Что-то, короче, там, блядь. Тяжести, короче, парни. Переписывалось все, нахуй. Два раза, блядь. И до сих пор, как бы, еще не до конца все дописалось. Вот, на неделе, на следующей поеду еще одну строчку перечитывать. Короче, такие дела. Но, опять же, блядь, вся заслуга, блядь, это нахуй не только меня, блядь. Потому что один я вообще не вдупляю, что как делать, нахуй. Чё к чему, блядь. Ха, на такой момент был, блядь, мы строчку, блядь, писали, нахуй. Строчку, блядь, строчку одну, нахуй. Вот строчку, блядь, полтора часа писали, блядь. Ха, короче, такая тема. Я вообще, короче, не особо одупляю. Это говорит о том, что надо ложиться спать, нахуй. И... Я, короче, все уже исписал, нахуй, что мог, блядь. Я мог хорошо нести хуйню. Вот хуйню хорошо могу нести. Вот как ТВЖ, короче. Вот как ТВЖ я могу 5 треков в неделю выпускать епихи. Прям вот сам, нахуй, писать такое говно. Ну или Светлым там, допустим, вдвоем нам сесть, блядь. Мы, нахуй, за сутки, блядь, вам епи запишем, блядь, 5 треков сочную, блядь. Битов нету, блядь. Ну и только и нахуй это надо, блядь. Нахуй это не нужно просто. Сочную для вас. Но это полное говно. Это не актуальное дерьмо, поэтому я думаю, что не стоит тратить на это время просто. Ха. Худи, братан, будут. Все будет, все есть, блядь. Давай, заходи, нефтяник. Я без проблема. Без проблема, с удовольствием, старина. Ты, слушай, заходи вообще ко мне, блядь. Сегодня вечерком или завтра. Если деньги есть, что, можно и понефтянить немножечко. И я тебе худи там продам. Качество пиздатое вещей сейчас, блядь. Вышли на новый уровень с этой коллекцией. Для меня, по крайней мере. Ну и для вас тоже, ёпта. По качеству, блядь. Но в ближайшее время будет еще два вида худи, которые еще на уровень выше будут. Там уже вышивка добавится. Груз 200. Ну, ценил, ну, бля, братан. Ну, актуально это было бы, нахуй, в 2012 году. Ну, трек. Нормальный трек для барбитурного 2012 года. Сейчас такое, блядь. Ну кому это интересно, блядь? И что из этого следует вообще из такой музыки? Ничего. Никто это не слушает уже. Братан, я не говорю, что это хуёвый проект какой-то. Это уже, блядь, самобытный пиздатый проект для своего времени. Но опять же, здесь ключевое слово «для своего времени». Тогда это было пиздато. Сейчас это никому не интересно. Но это не денежный проект, не денежный проект. Он несет за собой, то есть, заработка, блядь. А, кстати, 30 лет, нахуй, почти уже, блядь. У Ветла он вообще уже больше 30. Делать что-то, блядь, что не приносит деньги, блядь. Ну, можно для себя, но это, знаешь, это самообман, блядь. Ты не делаешь ничего для себя. Все, что ты делаешь, блядь. Если ты делаешь для себя, ты это не показываешь никому. Правильно же, согласен? Если ты это никому не показываешь, то делаешь для себя. Ты включил сам дома, послушал, у тебя день рождения, играют твои треки, шашлыки жаришь. Там Валентин дунул, Паша техник, блядь, пьяный, блядь, лазит нахуй. На участке у тебя, нахуй, в сандалях, блядь. Но ты же так не делаешь, ты это берешь, у тебя есть группа, ты туда это выкладываешь, блядь, морочишься, пытаешься снимать клипы, пытаешься там как-то, блядь, притянуть слушателя, блядь, делаешь концерты, ездишь на них, расстраиваешься, если мало народу на них приходит, значит, ты делаешь уже это не для себя. Вот. Ну, а сейчас это делать, блядь, никто это слушать не будет. Уже тогда это, блядь, потеряло актуальность, там, года три назад. Уже люди не ходили, никому это было неинтересно. А сейчас просто никого не будет. Не, ну, может быть, кстати, если в Питере, блядь, допустим, устроить где-нибудь там, или в Москве, ну, соточка соберется. Ну, может быть, 150 даже. Не соточка, 150, я бы сказал, даже соберется. Если сделать, допустим, хорошую EP, блядь, Светлым вот нам вдвоем,
хорошую епишку. Я бы на самом деле вообще бы от души бы ебанул. Просто этот пидорас что-то год ебет мозги. Я говорю, давай делать, он, блядь, да-да-да, я нахуй, и ничего не делает. Ну а и что, как бы. Если сделать 5 треков на интересные биты какие-нибудь, чуть-чуть как-нибудь, блядь, даже, блядь, как сказать, чуть-чуть их, короче, обновить. Не прямо это ссаные, блядь, галимые, олдскульные эти биты, луп нахуй, и вот это залупа. Нахуй это никому вообще, ну это неинтересно даже такое делать сейчас. Сделать что-нибудь поновее, блядь, 5 треков, 2 клипа на топовые треки. Все, можно дать уже нахуй концертик, блядь, ТВЖ нормальный. Я думаю, если сделать это интересно, 150-200 можно собрать в некоторых городах, там, в 5 хотя бы по России. Так что как-то так, короче, не знаю, у меня такие мысли по этому поводу, вот. Братан, а я не знаю, что-то мы протупили, короче, с маской, бля, я тоже, короче, не хотел ее одевать, но Антоха потом мне даже сказал, черненький, бля, говорит, блядь, надо, короче, говорит, было твою маску одевать, а я что-то, нет, я не хочу, короче, зря, надо было свою одеть, а то даже, блядь, мне кажется, 70%, наверное, моих слушателей даже не поняли, ну не 70, конечно, 40%, наверное, моих слушателей не поняли, что это я. А посторонние люди, которые это услышали, вообще не поняли, что это я, короче, такая хуйня. Ну, обидно немного за это. Но это, блядь, уже мой косяк, блядь. Ну и при монтаже мой косяк, то, что я не сказал Фуксии, чтобы она убрала там Антона с моей части, где там идет мой куплет, там Антоха, блядь, 4 секунды, как бы с бабой, нахуй, держит ее за рот, нахуй это вообще нужно было. Это не к ней, как бы, предъява, а это ко мне, потому что я сам затупил и подумал, что заебись, похуй, нормально. А после этого сразу Антон начинает когда читать с этой тёлкой, там у него держит там ротики, там душит, блядь, там всякую там личико трогает. Вот, и поэтому не особо понятно. Но кто знает, тот поймет, да, похуй. Но хотелось бы, чтобы больше народу узнало. Опять же, для чего это делается? Это делается не для тех, кто знает, а для того, чтобы, ну... Мне интересно, короче, когда приходят люди, блядь. Но я сам это не могу их притянуть, короче. Я ничего интересного не сделал, чтобы их притягивать. Вот последние года 4... Точно ничего. Да, про Foreign Exchange. Но я в своей уже сделал, вот, братан, все. Да, как, да не общаемся, а что, как бы, хуй знает. Ну, он там, что, у него свои там, свои дела. А что общаться? Не, ну так, видимся, если случайно там. Горох кушаем, нефть тоже иногда так, изредка. А что, как бы, общаться-то, ёпта. Братан, все занятые люди, нахуй. Всем, блядь, уже по 30-ке, блядь. Какие, нахуй, общения? Уже никто не ходит, блядь. Не гуляет по центру, блядь. В дыму, блядь. Не кушает, блядь. Не кушает, блядь. Не кушает всякие вкусности, блядь. На солнышке не греется. Уже, братан, простатит хронический, нахуй. А ты говоришь, блядь, это общаться с кем-то. Ха. Притянул. Отношусь к Лил Пипу, братан. Ну, типа, к нему или к его музыке? Ну, к его музыке. Ну, не слушаю его музыку. Ну, делает он пиздато. Ну, а так не, как бы, я не гоняю себя, допустим, эти треки. Не нравится такое. Но прикольно. Такой у него свой стилёк есть. Интересно. Интересно довольно-таки, я бы сказал. Ну, не, могу даже треки его там послушать, как бы, фоном. Но, блядь, не тащусь. Не тащусь, пиздец. Прям, что прям так жестко. Клип велел Squad X Fuchsia. Будет, конечно, братан. Будет. Не буду, братан, с ними. Не. Зачем? 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 Вот клип недавно вышел, все. Этого достаточно. На ближайший год, я думаю, точно. Зачем просто что-то еще делать? Опять же. Если делать что-то пиздатое, пока как бы нету. Если, блядь, что-то делать совместно, то надо делать прям хит, чтобы был. А битов таких хитовых пока нету. Вот. У меня. То есть мне никто биты не делает такие пиздатые. Ну, получилось бы, может быть. Да. Братан, в Орле я сидел на игле. Не пел, к сожалению, там. Слима не видел лет 5, нахуй. Не, ну мы с ним недавно списывались. Что-то там. Под хуенчиком, братан, я. Текст стоит, братан,
Треха. На шоу босса, братан, никогда. Я могу пойти только на шоу отсоса. Я слишком слаб для шоу босса. Мадат, если берешь, у меня в ВКонтакте на стене, блядь, 2000 просмотров и постов, нахуй. Какие шоу босса? О чем ты говоришь вообще? Фенибут в аптеке. Честер не бро, блядь, но делал он заебись в свои, блядь, те старые времена. Мы даже что-то там писали, какие-то демки друг другу, типа, что-то там хотели фит сделать, но так ничего и не сделали, короче, в итоге. Но вот его последний альбом вышел, кстати, но охуенный. Вот если бы он выпустил бы его в то время, тогда, блядь, пиздец бы это разъебало. А сейчас уже, конечно, другие фавориты у молодежи нынешней, поэтому, мне кажется... Но крутой альбом, я вот послушал его реально. Мне понравился, понравился. Маску можно купить у меня, я пиши мне, я тебе сделаю ее. С мармеладом, братан, в армии отслужил он, я вот что с ним. Я так рад на самом деле, что я не пошел в армию, блядь, смотря на Владика сейчас, блядь. Расстраиваюсь немного. Потому что ты, пидорас, на мои концерты не приходил ни разу, нахуй. И не покупал мои треки. Поэтому я не популярный. Ну и, наверное, потому что я, пидорас, блядь, ограниченный, ничего и не мог так, блядь, сделать. Такого интересного, чтобы привлечь, блядь, как можно большее количество, блядь, пидорасов вас, нахуй. Таких, блядь, пидорасов, как и вы, блядь. Вот и все. Дело в этом, старичок. Да хуй знает, повзрослел. Отслужил, я бы сказал, просто и все, а не повзрослел. Я его не забывал, я его не учил. Потому что не считал нужным забивать свою голову такой ебалой. По типу этого дерьма. Бездарного, блядь. Бестактного, нахуй, неинтересного, блядь. Короче, парни, ёпта. Жрать охота, блядь. К тебе, ёпта, ботан. Скорее всего, ты ко мне пойдешь грузчиком работать на склад. Приезжай, поживем. Братан, я на работе сейчас. Я сейчас на работе. На пикс только я буду. С Пашей дрались жестко. Нефти нет, есть худи. Приезжай, бирай, забирай. Давай, блядь, Никитос, заебал ты. Давай, сделай. Здорово, старый, как ты? Как? А ты как? Да я заебись, братан, вот на работе сижу. Я только проснулся. Блядь. Доброе утро, братишка. Спасибо. Че, когда можно заехать тебе там добить татуировки? Ну... Блять, после 15-го сейчас ремонт доделается. Угу. И можно залетать. Но я напишу вам с Антоном, когда чё прям. Да, пиши, я прилечу. Я там, короче, хочу себе, ну, типа, доделать ведьму и новеньких набить. Татуировочек, чек. Да, сделаем. Много татуировочек. Ну что, может, давай сейчас лето, братан. Может, займемся плотненько, прям забьем меня, блять. Ну да. Да как, ты весь забитый, да? Да, забит, ёпта, так, вот, забит говном, если только, да, нормально. Нормальное, типа, ну, я хочу перебить там чернотой, залить, короче, всякое говно, типа, и перебить что-то. О, слышу, но, ноги хочу заплатить жестко прям. Хорошо. Ну, я думаю... Я хочу, чтобы ты меня бил, короче, понял? Я хочу, чтобы ты меня бил. Ну, типа, ты заебись сделаешь, мне нравится твой стиль, я. Ну, будем копать. Чё еще? Чё, заебись? Ну, я думаю, где-то, блядь, в 20-х начнем прям плотно, там, до марта, типа, что-то доделаем.
Давай. После марта, пока буду заживать другое, там грудак исправим. Ну да, давай, можно так будет. Там, ну, что, так. Там как-то, да, пиши, как открытие будет, мы с Тохой приедем вместе к тебе там. Что, как раз пообщаемся, подумаем, какие-нибудь идейки там посмотрим, что можно сделать с этим. Ну да, мор. У нас там сейчас андеграунд, блядь, там вообще пиздец. Да? У нас там, мы решили стены, короче, не красить, а оставить их разъебанными, блядь. Только лак. Ну, заебись, так сильно. Вот. Ну там сейчас заебись, сейчас пол выровняли. Ну там хуйня осталась, короче. Сказали, что до 15-го успеют сделать ремонт. Ну понял. Братан, надо из рекламы заняться себе посерьезнее, и группу вести покрасивее, мне кажется. Че думаешь? Да, она Настёлка ведет группу и инсту. Да? Ну сейчас вот интересно стало, сейчас заебись. Сейчас заебись стало смотреться все вообще. Ну получше, да, нет говна, блядь, лишнего. Да, говна вообще нету, блядь, да. Так поинтереснее, мне кажется, стало смотреться. Хочется приехать и сделать у вас татуировку прям. Ну да, там еще помещение бомбанем и вообще будет. Можно клипы снимать. Ну все, кайф. Тут просто твой друг еще рядом сидит, бля. Какой я? Рома, бля. Салам, братик. А, здорово, братан, как сам? Охуительно все. Ты бухал вчера, что ли? Нет. А что делал? Бухал. Оксана хуярили. Оксана? Оксана звали? Да. Ну, он хотел попробовать. Есть тема? Есть у вас еще? Да, за 200 рублей продаем. Пиши в личку. А это... Есть у вас там пару таблов, пару пилзов? Не, уже нет. Да мы вчера в Килфише нажрались, бля. Да? Да пиздец, да. У меня тут дебилы одни, блядь, азиатку, блядь, подцепили. Да, что, нормально? Главное, не букет. Да, я ебу, блядь. Я ее бухал просто. Ну, кайф. Нормально, я. Мы любим азиатов, братан. Как там девушка? Да нормально, вот ездит клип снимать, блядь. Ну, я видел. Да. Такие дела, короче. Парень, чё, короче, я пойду, блядь, кушать, нахуй. Такая давай. Давайте на связи, Никитос, там сообщай, чё, как. Давай. Приедем, а... поговорим, поколемся. Уколемся и поколемся. Уколемся. Давай. На связи, да. Я, кстати, хотел бы себе лицо забить, да, местами. Короче, пацаны, ёпта, буду я читать книгу, нахуй, пойду пожру, блядь. Давайте на связи, блядь, на связи. А тебе покушать только хуй, если...